Всем привет, меня зовут Оля Нарыжная. Сегодня хочу вам показать прическу на длинные волосы. Это, наверное, скорее всего, будет коктейльная прическа. Пробор вы выбираете самостоятельно. Височные части я пока убираю. С этой стороны. И с другой. Сзади все волосы я делю на две части. Примерно. Даже без расчески, просто пальцами отделяю. Половину волос. И верхнюю часть пока убираю вверх. В сторону. Нижнюю часть разделяю на три части. Тоже примерно. Сначала работаю со средней частью волос. Я ее слегка начесываю. И вот так подвернув, подкалываю невидимкой. Беру следующую часть, точно так же подчесываю ее. Подворачиваю уже не вниз, а вот так немного в сторону, в бок. И точно так же невидимочкой подкалываю. Хвостики пока оставляю. И аналогично с последней прядью, с третьей. Изнутри начесываю. Подворачиваю. И креплю невидимочкой. Оставшиеся кончики слегка подкручиваю утюжком. И точно так же подкалываю в прическу. Теперь освобождаю верхнюю часть волос и для начала отделяю макушку. Чтобы сделать объем на макушке, я, конечно же, ее начесываю небольшими прядями. Сверху немного волосы приглаживаю, чтобы скрыть явный начес такой. И слегка подкручиваю прядь вот так жгутиком. Фиксирую невидимками.
оставшиеся по бокам пряди точно так же начесываю и докладываю в прическу. Переходим к височным частям. Обе пряди достаточно крупные получились. Я разделяю на две части их и утюжком слегка подкручиваю в направлении от лица. Теперь захватываю всю прядь и с внутренней стороны слегка перу эту прядь. И в этом же направлении, как мы накручивали от лица, скручиваю такой легкий свободный жгут. И добавляю прядь в прическу. Вот что значит легкая, небрежная, воздушная прическа. Если вам понравилась эта прическа, если вам нравятся мои видео, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал и на мою страницу в Instagram. До новых встреч, пока!